Привет, друзья! В этом видео вы познакомимся с новинками сантехники компании Chiello. В этом году они разделили свой стенд на условных три зоны. Первая зона — это музей, где представлены, можно сказать, уже иконические предметы, которые вошли в историю производства керамики. 8 лет назад Chiello представила большую коллекцию мебельных композиций. И здесь эта классика дизайна представлена в музейных витринах в полностью обесцвеченном виде. Хорошо знакомые предметы мы можем угадать только по силуэтам. Вторая зона называется «Вилла», и это зона, где, собственно, и представляются основные премьеры. Их несколько. Первая — абсолютно необычная коллекция раковин «Канто». Эти раковины могут быть установлены в довольно компактных помещениях, и за счет необычной формы меняет перспективу восприятия этого предмета. Могут быть дополнены также мебельными композициями, и помимо всего они изготавливаются в различных отделках. Ну, прежде всего, в отделках керамики, потому что у Chiello один из самых больших ассортиментов, а возможно даже и самый большой ассортимент керамических глазури, причем как в глянцевом, так и в матовом исполнении. То же самое касается и отделок мебели. У вас есть возможность выбрать практически любой оттенок из того, что предлагает Chiello. Также есть отделки из натурального шпона. Эти мебельные композиции могут быть дополнены зеркалами из ассортимента Chiello. Маленькое зеркало Плута в черной матовой отделке. Или зеркало покрупнее со вставкой косметического зеркала, которое называется Полифем. Кстати, Полифем — это древнегреческий циклоп, отсюда и название. Ну а если вы предпочтете маленькую композицию, то тогда можно взять высокое вытянутое зеркало Луиза в отделке Талько. Следующая новинка называется Итака. Итака — это древнегреческий остров, на который так хотел попасть Одиссей в ходе своих многолетних путешествий. Это слово синонимично возвращению домой. И здесь Chiello возвращает нас к истокам производства керамики. Наконец-то керамика выглядит как керамика, а не как какой-то другой материал. Это роскошные формы, убедительные, монолитные. Отдельно стоящие раковины прекрасно сочетаются с отдельно стоящими унитазами и биде. И в данном случае это действительно так, потому что для установки смесителя используется специальная дополнительная площадка. Раковина и так может быть выполнена также в конфигурации на пьедестале, если вам нужно более изящное решение для какого-то более компактного пространства. Менее выразительным, но, безусловно, более практичным будет использование подвесных унитазов, и в коллекции Итака есть и такая модификация. Отдельно стоящие умывальники вовсе не повод для того, чтобы отказываться от удобного хранения. В Итаке предлагаются в том числе модули довольно небольшой глубины, которые можно поставить рядом с умывальником. Причем можно сделать также и симметричную композицию. В качестве зеркала дополнением здесь может служить модель ZIP. Дизайнером коллекции Итака выступил Лука Чимара, а вот новый проект Otis, точно так же, как и Канто, кстати говоря, принадлежит перу креативного дуэта дизайн-директоров компании Chiello Андреа Паризио и Джузеппе Пиццано. В основе идеи Otis лежит реинтерпретация классической раковины на пьедестале в современном и изысканном стиле, который заново определяет суть геометрии и пластики. Раковина представляет из себя тонкостенный овал, который установлен на пьедестал, имеющий такую же форму. Кстати, пьедесталов здесь предлагается два. Это может быть либо монолитный, либо сдвоенный пьедестал в плане, напоминающий восьмерку. Мне очень нравится полочка, которая одевается на борт. Соответственно, вы можете расположить ее в том месте, которое будет наиболее удобно для вас. Ну и, конечно, в этой коллекции также есть собственная парочка унитазов и биде с формами, повторяющими форму раковины.
Мне пришлось провести целое исследование для того, чтобы понять, что означает Отис. Возможно, если вы увлекаетесь мифологией викингов, то вам знаком Отис, который был козлом Тора. Но Чиело не увлекается мифологией викингов, они увлекаются древнегреческой и древнеримской мифологией. Поэтому мне пришлось еще немножко поисследовать и прийти к выводу, что Отис — это имя древнегреческого юноши невероятной красоты, в которого была влюблена богиня Кибелла. И в этом есть определенная логика, потому что в ассортименте Чиело уже есть одноименная ванна. И последняя, но не менее вдохновляющая новинка называется Filo. Это модульная система мебельных композиций. В ее основе лежит подкладной умывальник, который может быть установлен вместе с керамической столешницей. Соответственно, эти керамические столешницы могут быть выполнены в цветах Чиело, и также этот умывальник может быть установлен под мраморную столешницу. Стоит обратить внимание, насколько филигранно сделаны стыки между горизонтальной столешницей и вертикальными плоскостями. В отличие от других аналогичных изделий, здесь не видно ужасного белого стыка. Что касается подключения, то здесь тоже все максимально элегантно продумано. Все коммуникации прячутся за специальным люком на магнитиках, который вы практически не заметите, если, конечно, не являетесь сантехником. Ну а дизайн идеи заключается в этой замечательной линии, которая разделяет ящики и дверцы самого мебельного блока. Filo так и переводится с латыни — линия. И эта линия, кстати, продолжается и на зеркальных шкафах. Эти мебельные композиции могут прекрасно сочетаться с уже существующими предметами. Например, с парой унитаза и биде Mare по дизайну Матео Туно и Антонио Родригеса, либо с ванной Фебе, также в фирменных цветах бренда. Если вам больше нравятся ребристые фасады Дельфо, то на них также можно установить раковины из коллекции Filo. Кстати, керамические столешницы теперь стали доступны и для этой серии, и очень элегантно смотрятся в сочетании с круглыми раковинами Teo Tondo. Ну и вы спросите, а что же такое третья зона? А третья зона рассказывает нам о цветах, которые использует Чиело для своей керамики. Как я уже упомянул, у них действительно один из самых богатых ассортиментов оттенков, как в матовом, так и в глянцевом исполнении. Но здесь идея заключается в том, чтобы показать, насколько по-разному эти оттенки смотрятся в различных типах освещения. Безусловно, вряд ли вы будете делать синее или красное освещение внутри ванной комнаты. Хотя, если это будет хроматерапия для каких-то wellness-процедур, то почему бы и нет. Но вот предусмотреть, как заиграют эти оттенки при теплом или холодном свете, думаю, будет совершенно не лишний. И на это стоит обратить внимание, как, в общем, и на новинки, и основной ассортимент компании Чиело. Спасибо за внимание. Пока.